Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Драгин, и наконец-то у нас 1000 подписчиков на канале. Это очень значимая дата, до которой мы, ну именно я, шел очень долго, и без вашей поддержки не было бы вообще ничего. Фух, ребят, я знаю, как вы меня поддерживали все это время, ну, и лайками, и комментариям, подпиской самое главное. Вспомнить то же самое, когда я лишился двух не каналов, аккаунтов на Black Rush и Барвихе. Там тоже была очень большая такая поддержка в виде лайков, подписки. Также в комментариях меня поддерживали. ВКонтакте. Короче, ребят, поддержка реально была очень хорошая. Ну, большая. Чтобы вы понимали, вчера, даже позавчера, было 980 подписчиков. И я как раз был у оператора, ну, у Амака, то бишь это Сублим, вот. Когда мы, короче, обратно шли, ну, я до дома шел, он меня провожал, то я говорил то, что будет прикольно, если, ну, пока у нас каникулы идут, то, что будет прикольно, если 1000 уже наберется. И 1000 просто на следующий день, бабах. Я к нему прихожу, 998. Но в комментариях я видел то, что уже 1000 была. Ну, то бишь, кто-то отписался, к сожалению. Вот. И, короче, к вечеру уже опять 1000 настало. Я такой, ну, мне домой идти надо. Я такой все быстро посмотрел. О, 1000, ни хера себе, вообще зашибись. Вот. В итоге, короче, у меня. Поначалу я не понял, у меня, видать, это мозг мой не осознал то, что 1000 подписчиков уже на канале. И тому времени, когда я домой уже пришел, я такой, блин, 1000 подписчиков, надо же что-то делать. Вот, я что-то там с улыбкой ходил, ходил. Короче, отдельная история-то. Вот. Что у нас в плане? 1000 подписчиков мы набрали. Теперь наша цель 10 тысяч. Я не знаю, когда она наберется, лет через 100, наверное. Но, возможно, хоть как-то мы приблизимся к 10 тысячам, к следующему 2022 году. Ну, я надеюсь, да? Чтобы вы сейчас понимали, интернета дома вообще нету. Соответственно, ни Барвихи, вот ни таких онлайн-игр нету. Вот. И видосики я выкладываю уже у Амака. Вот. Но в скором времени, когда он обратно появится, я планирую запустить стрим на 1000 подписчиков. То бишь в следующие выходные. Вот эти выходные пройдут, и в следующие выходные, получается, я планирую запустить. Ну, в следующий или позаследующий, где-то так. Потому что когда инот появится, я, честно говоря, не знаю. Вот. Потом отдельный видосик на 1000 подписчиков записать. Ну, его начинать пора, но у меня пока нет возможности. Еще много чего. Ну, ребят, все это планируется, а создать это не очень-то и легко, я хочу так сказать. Вот. Ну, в любом случае, я выражаю огромную благодарность всем тем, кто подписан на меня, всем тем, кто поддерживал меня на протяжении вот этого долгого пути к 1000, потому что, ну, блин, я не знаю даже. Я сейчас просто не знаю, что говорить, я немного в растерянности. Вот. Ну, честно говоря, я счастлив, чтобы вы понимали, да? Вы сейчас подумаете то, что нет, не радуюсь. Зажрался, Санек. 1000 не радуется. На самом деле, это очень большой подарок для меня, как для Нового года. Вот. Помню, что там в комментариях под каким-то видосом еще писал подписчик, то, что, короче, это он из будущего видел, то, что в январе будет уже 1000, ну, только 31 январю. На самом деле, он уже в начале, ну, начало января, и уже 1000 подписчиков. Ну, это безусловно, это очень круто. Вот. Также, ребята, еще немножко отойдя от ролика, хочу сказать, что вышла обнова по Барвихе. Ну, все уже, скорее всего, знают. Там также еще новый сервер открылся.
По крайней мере, я хотя бы не играю. Также там, кстати, семья слетела. Так что, пацаны, если чё, сорян. Вот. Ну, короче, там очень много всего произошло. Да. И я вот это не успел снять, к сожалению. Но зато есть еще одна игра, которая до сих пор делается. Я очень ее жду. Ну, на канале у меня только один видосик по этой игре был. Вот. И потом она прекратила свое существование. Вот. Но сейчас она по новой делается на новом движке. Ну, короче, ребят. Не буду долго затягивать. Ролик этот получится очень-очень медленным. Почему медленным? Не знаю. Очень коротким, может быть. Возможно. Короче, этот ролик коротким получится. Вот я сейчас смотрю по тайм-коду. 6 минут. Ну, 7 будет сейчас. Где-то. Пока я буду говорить. Вот. 1000, ребят, есть. Стрим планируется. Когда точно, я не знаю, но он в любом случае будет. Интересно, когда только? Да. Вот, ребят, всем огромное спасибо за то, что за поддержку, вот реально, за, ну, это просто вы красавцы, кто подписывается на канал, потому что именно в 2020 году рост подписчиков просто взлетел, вот именно с лета. То есть вот, он стабильно вот так шел, шел и хоп, вот и волнами начал вот так. Оп, и вверх, короче. И он просто вверх шел, потому что каждый день кто-то да подписывается, каждый день, через день есть люди, которые подписываются. Это очень круто, ребят. Огромный вам респект, вот просто респект. Вот. Также розыгрыш был приоры на Барвихе. Кстати, на канале я, конечно, не сказал то, что уже ее нету. Вот. Но в группу, кто в гру на группу подписан ВКонтакте, те знают, да? Челочку поправить. То, что как бы там выиграл кто. Ну, в любом случае, ссылочка будет в описании. Под каждым видосом я хочу сказать то, что ссылочка на группу ВКонтакте и на Инстаграм всегда есть. Ну, только на Инстаграме я немножко ссылочку уже буду оставлять, а так. Короче, вы поняли. Вот. Также будут розыгрыши с еще на канале. Это не первый. Возможно, где-то будет на 50 рублей розыгрыш. Возможно. Прям на стриме. Но это не точно. Ладно, ребят, все в дальнейшем будет. Возможно, и не в... Ну, ребят, я не знаю, честно. Чтоб вы знали, я ни хрена не знаю. Также хочу еще, кстати, сказать огромную благодарность всем донатерам на моем канале. Потому что, ну, вот если посчитать, то общая сумма доната была около 80, ну, короче, 90 рублей, что ли. Вот, там есть один человечек, который 2 раза, по-моему, донатил. Нет, один. Один раз донатил и говорил, что на следующих стримах он тоже будет донатить. Вот, ну, в принципе-то это все, наверное. Все, что хотел, я рассказал. Еще раз огромное всем спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал. 1000 подписчиков, наконец-то мы ее набрали. 2 года, ребят, мы шли, или год. Да, 2 года, по-моему. Плюс год я там. Ну, я ни хрена не снимал из-за того, что телефона ни хера не было нормального. Ну, по крайней мере, сейчас хоть что-то у меня есть, и какие-то и большинство игр он тянет. Вот. Ребят, также поздравляю всех с наступившим 2021 годом. Я, ну, кто знает, кто смотрел уже новогодний влог, то, что я делал, ну, немножко не совсем в Новый год. Вот. К сожалению, но в следующем году, надеюсь, вы увидите, как я буду справлять Новый год. Вот. Еще также хочу огромную тоже благодарность выразить Амаку, потому что именно он, вот большинство влогов я, ну, мы, в принципе, записывали с ним, да, ну и большинство я без него снимал, но все же это он не только оператор, он мне подкидывал какие-то идеи, вот он игры также накидывал мне, которые вот недавно вышли, да, вот то же самое взять его, ну, Тайлер Трэкдол Гейм, он тоже мне ее посоветовал. Так что огромная благодарочка ему. Потому что вы, кстати, эту игру тоже поддерживаете. И слава богу, то, что она еще вышла в Play Market. Это очень круто. Вот. Но также ждем еще одну игру.
который я лично сам очень сильно жду. И надеюсь, она вам тоже зайдет. Ну, даже не точно, а скорее всего зайдет. Вот. Фу, ребят. А в принципе, это как бы все, что я хотел сказать. Еще раз уже. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали. Также не забываем про ссылочки в описании, которые там. Группа ВКонтакте моя лично, в которой есть все самое интересное. Скриншоты вы также можете сами присылать. Вот, еще, ребят, хочу еще кое-что сказать. Это то, что в личку ВКонтакте просьба. Ну, у нас, я думаю, многие знают то, что есть рубрика «Вызов принят». Вызовов пока что ни хера нету, соответственно, Simple Car Crash, в принципе, пока что нету. Вот, и огромная просьба тех, кто какие-то трюки уже может сделать, прислать мне ВКонтакте. И я буду пробовать это повторить. А на этом все, ребят, и всем спасибо за просмотр еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Те, кто до сих пор этого не сделали, пишите крутые комментарии, ведь я их всегда лайкаю и читаю. Ну и на этом все. Всем спасибо и всем пока-пока.